Всех приветствуем на канале. А у нас сегодня бесстрашная белочка. Эти зверьки живут совсем рядом с нами. Вот уже и листва облетела, и все орехи попадали, но кое-что осталось на самом верху. И эта белка продолжает делать запасы на зиму. Вот так она смело прыгает с тополя на орех, срывает плод, а потом пытается спрятать в листве. И ничего не боится ни людей, ни проезжающих машин. Жалко, конечно, трудов этой белочки. Этот орешек могут найти и ребятишки, а также и любопытные голодные вороны. Вот так мы и живем. Даже из окна можем наблюдать за этими бесстрашными зверьками. Друзья, если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо за просмотр.